Всем привет. Ну вот, начался прям настоящий, в самом делешний дождь. Естественно, душа требует продолжения. И, в принципе, у меня на такие случаи... я вот не сторонник, знаете, продолжать тем же вином, особенно когда его там немного. Вот второй бутылкой, например, все ограничится. То я обычно предлагаю Шираз. Смотрели, вот прямо этой Австралии нету. Был герцеговинский, ну, боснийский Шираз. В принципе, ну, сера неплохая, и я этого производителя хотел попробовать. Но хотелось что-то такого надежного, мощного и как бы без вопросов. Ну, и тут, в принципе, взгляд пал на шикарнейшее примитиво. Ну, вы видите, да, с отдельным прям вот таким вот стилетом или звездой, как ее так назвать. Примитиво Колифризио. Я вспоминаю сейчас, я его пробовал на выставке еще в Санкт-Петербурге, и я помню, что да, это был такой вариант очень мощного, крутого примитива в такой классической дубовой мощной обработке, но который воспринимается как бы очень хорошо, учитывая, что здесь вот сзади написано, что это 15% алкоголя. То есть, в принципе, примитива в такой, в своей максимальной форме. Наверное, бывает побольше, но 15 это уже отчетливо. 2019 винтаж у нас. Колифризио. Примитива. Номер бутылки 8516. Вот здесь вот. Красивая сургуч, легко открывается. Сейчас посмотрим, что у нас по пробке. Классно, будет развиваться еще в бокале. Мне кажется, что кто-то подумает, что его было бы неплохо декантировать, но мне кажется, что он сделан в стиле, во всяком случае по ароматике, что он может разойтись даже в бокале или в процессе питья. Классная пробка, не очень длинная, средняя, но в принципе видно, что хорошая, потому что вот эти вот такие вот гладкие края, это как раз таки показатель такой приличной пробки. Колифризио написано с двух сторон, да и все, в принципе, больше ничего. Красивый цвет, такой, не самый мощный, но примитива у нас и тоже не самый мощный сорт, хотя кажется, что вот на юге Италии, в Пулии, да, он получается достаточно мощным, хотя он бывает достаточно и прозрачным, похож на Кьянти, можно спутать, но это у некоторых производителей, не у всех. Тут, конечно, плотность видна. Плотность цвета, очень серьезная, видимо, бочковая подготовка. И вот если там проходила микрооксидация, то она, ну так, значительно изменила вино. Но судя по тому, что там 15%, потенциал изначально и предполагает, что вот эти вот месяцы в бочке, они не то, что микрооксидируют в большей части, а сколько помогает вину развиться так, чтобы вот сейчас, в 2023 году, 2019 был текущим, скажем так, годом. Кайф. Нет, все-таки у него есть еще возможность развиться, потому что чуть-чуть ароматика еще не такая пышущая. Хотя потенциал чувствуется изначально. Итак, прозрачность совсем легкая, но не перепутать ни с Бордо, ни с чем-то мощным. На что это похоже? Так и хочется сказать, что это просто похоже на примитива, но если бы я еще сравнивал бы с чем-нибудь, ну, может быть, я подумал бы, что это Мерло какое-нибудь. Потому что отблеск все-таки такой рубиновый есть, но все-таки можно его уже назвать, что он идет в такую коричневатую спектр, во всяком случае. Ароматика примитива — это у нас всегда вишня с разными вариациями обработки. Тут она немного пряная, ликерная в меру, тут свежести больше. Есть немножечко эффект такой подвяленной травы, подвяленной вишни. Есть эффект и сигарной коробки, и даже шоколада, и еще чего-то кондитерского. Оно не доходит прямо вот до таких моментов, типа как в Бордо сахарная пудра, да? Но и до чего-то такого тоже интересного доходит.
Классно. И чуть-чуть даже в конце вот чувствуется концентрация и еще достаточная молодость, несмотря на эту стилистику. И чувствуется, что в нем еще потенциал для развития именно расширения спектра и увеличения интенсивности, оно присутствует. Давайте попробуем. Да, думаю, вот это вино всем зайдет, потому что в отличие от совсем классических вин, вот эта дубовая обработка, она не сильно убирает изначальную яркость сорта и региона. Здесь вот чувствуется, что вино, в нем есть вот эта живая структура сама по себе, но она настолько сильно объята технологией, то есть это бочкой, вот всеми вот этой вторичкой мощной, потому что тут прям чувствуется и ванильность с одной стороны, но с другой стороны очень много переходящих вот моментов, опять же, сигарная бочка, кедр, ой, сигарная коробка, кедр. Танины очень прикольно заходят вместе с вот этой вот, кислотность, кстати, не самая высокая, и я думаю, что в большей даже части здесь ее затмевает алкоголь, потому что 15% это все-таки достаточно чувствительно. И они выходят как бы не под конец, не оставляются на послевкусие, но они становятся вот в этот момент более чувствительными, скажем так. Но самое прикольное, что все это работает именно на увеличение интенсивности вкуса. Если вначале он просто встречает вишней и вот этой обработкой, то потом случается взрыв, во-первых, фруктовый, во-вторых, кислотный, и потом уже это все переходит в обработку, в какую-то ванильность такую приятную, потом добираются танины, и во всем этом плюс еще остается вся вот эта вишневая доминанта. Очень вкусно, есть какая-то легкая горчинка, она, я думаю, что не сама, не больше не виноградная, а скорее именно алкогольная. Давайте попробуем еще раз. Самое прикольное, что его не хочется жевать. Сначала, когда только набираешь глоток, есть такое ощущение, что там есть потенциал прям для жевания, потому что есть легкая концентрация. Но потом оказывается, что оно среднестелое, и даже можно сказать, несмотря на такой большой алкоголь, что оно даже немножечко субтильное для обработки и для региона. Очень оно выходит в такой вот элегантный момент. Я даже не могу сейчас припомнить, чтобы в Бордо что-то такое было. Поэтому, наверное, этот сорт стал таким популярным, потому что у него есть такое вроде сочетание несочетаемого, да, яркой фруктовости, кислотности и при этом очень крутой обработки, которая не застилает первоначальный вкус, а скорее как бы облагораживает его, выводя как бы на другую глубину. И с другой стороны, дает легкое вот это осознание, что ты пьешь что-то большее, чем ну, вот простое ординарное вино. То есть, в принципе, я не знаю, здесь Salento IGT всего лишь написано Primitivo, но такое ощущение, ну даже по оформлению, там, по цене, это 3100 динар, это прилично здесь считается, вот, то это что-то такое, типа как суперпуля. Несмотря на то, что она сделана как бы без добавления других сортов, вроде бы, во всяком случае, то как бы получается, это у нас такой моносипаж, но выведенный в уровень вот этот типа супер Тосканы, как она начиналась с IGT. Я не знаю, была у них такая задача или нет, но это именно то, что мы просили, чтобы это был Шираз с одной стороны, ну вот когда мы Шираз просили, чтобы он был как бы из традиционного для Нового Света региона, например, он был бы там австралийский, да? Потому что ЮАР мы даже не говорили, потому что здесь это скорее нет. Вот, ну даже австралийского не было. Вот, но чтобы он был актуален именно в обработке, чтобы он, это вино было современное. Потому что нам предлагали местные бордобленды, а я бы не сказал бы, что вот под такой дождь и под такую вот переменчивую, скажем так, и погоду, и настроение, хочется что-то традиционное. Нет, хочется что-то живое, но которое тебя приводит в такое, немножечко будоражит, в такое будоражащее состояние.